Братцы, сегодня я вам расскажу очень короткое, прям секундное приготовление классного вариации томьяна. Я как повар уже одел себе колпак, у меня, правда, какой был. Сын сегодня будет моим оператором и где-то, может, ассистентом. Мы все приобрели. Вот они ингредиенты. Кальмар, креветка, кокосовое молоко, томьян-паста. Но она, по-моему, островатая, поэтому мы будем с ней очень аккуратно. Маслины. Но, кстати, это можно добавлять, можно не добавлять. И шампиньоны, с них-то мы и начнем. Вот, и еще мы взяли томьян-пасту вот в таком виде. Поэтому я не знаю, ну, скорее всего, это мы отложим. А вот это мы используем. Теперь что мы делаем первым? Мы включаем плиту на максималочку. Сына, снимай. Я беру масло, заливаю. Будем сегодня все пережаривать именно в этой кастрюле. Пока у нас это все готовится, мы берем шампиньончики, сливаем с них всю эту воду, она мне нужна. Ох, я уже устал загибаться, давай снимай меня повыше. Убранство у нас на кухне такое себе, поэтому не обращайте на это внимания. Так, ребята, очень быстро. Нарезаем шампиньончики вот так коротенько, торопясь, потому что масло уже кипит. Суп готовится очень быстро. Вы даже не успеете глазом моргнуть. Шампиньоны готовы. Теперь открываем черики. Хотя, может, они уже там мытые, но я считаю, что помыть лучше. Кто-то использует лук-порей, я использую репчатый. А может, это одно и то же, я не знаю. У меня есть один товарищ. Если он смотрит этот видос сейчас и он себя узнал в этом видео, поставь лайк. Он считает, что томьян – это вообще блюдо для бедных, потому что тайцы, приготавливая его, забрасывают в тарелку все, что возможно. Мы сейчас пойдем тем же самым путем. Мы будем жарить из тех ингредиентов, что у нас есть, и, уверяю вас, суп будет ничем не хуже. Масло готово, и мы забрасываем первый ингредиент – это шампиньончики. Так, сын, чем мешать? У нас нет ни одной мешалки. После шампиньонов мы добавляем черри. Не бойтесь, что они у нас в таком виде, они полопаются, когда надо будет. И следующим ингредиентом лук. Все, сын, теперь мы это пережариваем. Пока это блюдо не похоже на томьян, но скоро все будет по-другому. Я думаю, вам понравится. Промежуточный момент. Мы добавили туда шампиньоны, лук репчатый, хотя надо было либо порей, либо шалот, но у нас их нет, поэтому все нормально. И добавили туда черри. Сейчас мы добавляем наш секретный ингредиент, паста Эроиде. И немножечко пасты томьян, хотя это, наверное, одно и то же, но тем не менее. Это точно паста Эроиде? Теперь мы добавляем кокосовое молоко. Можно, конечно, любые сливки, но кокосовое явно ловчее. О, уже запах томьяна пошел, сын. Но нам еще надо разбавить немножко это все кипяченой водой. Варим 5 минут и потом добавляем морепродукты. Добавляем еще вот этой вкусняшки по вкусу. Это и есть паста томьян. Завершающим ингредиентом мы добавляем морепродукты. Это креветки и кальмары, правильно. Через 3 минуты суп будет готов. Вот, братцы, и все. Я пробовал ложечкой. Очень вкусно. Кушай.